Ты точно этого не знал. У коров нет верхних передних зубов. У них есть коренные зубы сверху, в задней части рта. Но там, где вы ожидаете увидеть верхние резцы, у коров, овец и коз есть толстый слой ткани, называемый зубной подушечкой. Они используют свои нижние зубы, чтобы рвать траву. Бананы растут вверх ногами. Изобретатель микроволновой печи получил за свое открытие всего $2. 5 уникальных фоток, которые ты раньше никогда не видел. У этой бабочки прозрачные крылья. Вот так выглядит кусок ледника возрастом 10 тысяч лет. Вот так выглядит магазин карандашей. Вот так выглядит мех пингвина. Самые худшие работы, которые когда-либо существовали. Средневековый палач. Их работа заключалась в том, чтобы исполнять смертные приговоры. Шахтеры. Они работали в начале 20 века в темных и очень опасных помещениях, в основном с большим риском. Были большие риски обвала, вдыхания угольной пыли и даже взрывов. Шокирующий факт о Китае. В Китае за год съедают более 4 миллионов кошек. В Китае принято громко чавкать за столом в гостях, иначе вы рискуете оскорбить хозяев. Также, когда они едят, пачкают скатерть соусами и напитками. Это нормально, и это для них практически обязательно. В Китае едят собак. Это считается деликатесом. В стране нет приютов для собак, их просто сразу съедают.